Мы уже дома. Забыла, просто забыла поснимать на улице, реально, я просто забыла. Вышла, стали доходить из магазина, тут какой-то опрос, имя, фамилию, слава богу, не спрашивали, имя, возраст, такое вот, все, такие вот, всякие наводящие вопросики. Вот, ну ничего, девушка хорошая, кстати, там очень много в магазине, зашли, забрали фотографии, потом пошли на рынок, я решила купить абрикосы, а на еду, замораживать, конечно, их смысла нету. Там фигня получается. Они потом такие коричневые становятся, как протухшие, как бы залежалые. Вот. На еду. Ну, они, в принципе, я быстро очень съедаю их. И Димочка дома поест. И решила я испечь какие-то пирожки, наверное, с абрикосами. Я думала, с персиками. Но что-то подумала, что персики консервированные покупать получается дороже. Вот. Поэтому, наверное, лучше абрикосы. Вот. Ну и пошла через рынок, все на рынке продают абрикосы по 130, у всех 130, и потом я так обхожу, там женщины, говорю, а у вас почем абрикосы, я смотрю, они прям хорошие, у всех зеленые такие, с дерева они заранее там срывали, наверное, чтобы полежали, а у них 120, я думаю, блин, классно, думаю, у них 120, беру, вот, и купили черную смородину, у всех черная смородина стаканчик, большой такой стакан пластмассовый, 100 рублей, у всех 100 рублей, а у женщин там прям черная такая смородина, прям классная, видно, что классная, за 70, на 30 рублей целых меньше. Я говорю, блин, классно, говорю, правильно, так должно быть. У всех на рынке, кто там сидит, по 100, а у меня по 70. Все правильно, вот так и должно быть. А то так у каждого вот подходишь, спрашиваешь, а у вас почем? 100 рублей. Там другой подходишь, почем? Я вам дешевле, а там у меня всего лишь 100 рублей. Я думаю, а какая разница, говорю, что у вас 100 рублей, что у той женщины 100 рублей. Она, думаю, не знает, что ли, что у всех тоже так же по 100 рублей. А другая услышала, видать. Думаю, да, там я по 70. Я говорю, а почему по 70? Говорит, да мне сидеть неохота. Говорит, лень сидеть. Вот, я взяла 4 стаканчика, там, наверное, как раз вышел килограмм с чем-то. Но вот сейчас я стою про себя, думаю, блин, надо было взять побольше. Вот, но уже я шла, уже было очень тяжело. Мы взяли абрикосы, 4 килограмма. 2 килограмма, вернее, положила в рюкзак, это вот в коляску, но было уже очень тяжело. Предложила сыну погулять за ручку, он отказался, нет, никуда не пойдем. Зашли домой, все разложилось, тут он мне говорит, пойдем. Я говорю, слушай, ну надо было заранее, я думала, я все в коридоре просто брошу, это выложу и сразу же пойдем, не будем раздеваться там, заходить там, то есть вот это вот все, я думала сразу. Я говорю, блин, говорю, ну нет, я уже устала. Просто вот дойти до рынка, потом коляску поднять по ступенькам, здесь ступеньки в подъезде, ступеньки перед подъездом, вот, они такие, это, камнистые, такие корявые, и, не знаю, это, короче, просто ужасно. Вот, сейчас будем мы, наверное, абрикосы помоем, будем кушать, думаю, наверное, надо их перебрать, потому что второй мешок она накладывала, я видела, там есть зеленые, они, в принципе, могут полежать немножечко. Фух, я устала. Вот, а черную смородину надо заморозить на зиму. Она будет очень-очень вкусная. Но у меня в морозилке места уже мало остается. Вот, короче, вот так вот. И сегодня, кстати, надо заделывать... Ого, время 12 уже, ну да. Заделывать хлеб. Короче, пока мы, видимо, прособирались, пока там рынок обошли. И творог, конечно, мы не купили. Уже закончился творог. Придется идти завтра. И я думаю, наверное, завтра, если я куплю творог, я куплю еще смородину, если будет та женщина сидеть. Она сказала... Каждый день вроде бы она сидит, на даче набрала, и вот сидит, продает. Ну, у нее быстро, конечно, купит по 70, что там, 100 рублей и 70 стакан. Есть разница. Даже если у нее будет по 90, все равно ее, у нее все купит. Вот, и еще завтра. Потому что я бы, наверное, вот это заморозила, а оставшееся я хочу с творогом перекрутить. Для Димочки, для себя, просто покушать, вот так вот. Хотя там, конечно, есть ягода, но все равно. Кушаем абрикосики. Да, Дима? Вкусные? Вкусные. Вкусные абрикосы, но они какие-то немного суховатые. Я не помню, они должны быть сочные или нет. Я уже смутно помню. Некоторые даже мягкие, наверное, давно лежат. Конечно, ролик у нас выцепал, да? Это абрикос. Абрикос. Мандарин. Нет, абрикос. Мандарин другой. Ты что, забыл? Вот.
Это мандарин. Я же хотела, это ну ладно, мандарин, хотела взвесить, это ну ладно. Мандарин. Она, кстати, нам женщина дала, мы сначала взяли один мешок, 2 килограмма, такой вот. Она дала еще горошек, я еще не вытащила, там в сумке нужно будет вытащить. Горошек, прям вот так вот, ну вот, целую горсточку горошка, с ручки горошки. Потом мы пришли за вторым пакетом, она еще побольше прям дала, говорит, Тать, возьмите, доченьки. А я такая говорю, у меня сын. Вот. Ой, говорит, какие волосы, а прям на девочку похож. Я говорю, ну вот да, стричь даже не хочется, такие волосики у него красивые. Так ему идет, такая мордашечка, да, Дим? Да, Дим. Да, тебе понравился абрикос? Позерись вкусный абрикос. Я здесь свой абрикос. Да ты еще ту не доела, тебе уже следующую надо абрикосину, да? Не погуляли мы с тобой толком сегодня, ну ладно. Завтра еще за творогом пойдем. Я немного абрикос ели, дать. Да? А это обед уже скоро. Пол первого уже. Надо было тебе попозже их дать, ну ладно. Это косточки, да? А это косточки, да. А здесь абрикосины. Здесь некоторые вон зеленые. Их нужно отложить, зеленые еще полежат. Потом их можно будет докушать. Некоторые, вот, кстати, немножечко помятенькие их тоже. Ну, короче, все это нужно будет не перебирать. А да, я здесь абрикос, я здесь абрикос. Что, понравился абрикос? Я здесь вот сидишь. Да, и ты так жуешь хорошо, да? Эти что, абрикос будет за место обеда, что ли? Я за обед. Да? Хитрый ты. Перебрала я. Здесь у нас зеленые, это я сейчас поставлю в холодильник. И они там сами постепенно-постепенно доспеют, и там потом будет видно. Здесь плохие, которые на первую очередь мы будем кушать, и пойдут, конечно же, в пирог. Здесь хорошие, которые тоже можно кушать, которые прям очень хорошие. Если вот здесь вот бывает чуть-чуть подпорченное, то здесь вот они полностью хорошие. Бывает прям капелька, бывают вот такие. То есть вот по-разному Дима тут учится просеивать муку. Короче, вот так вот 3 чашки получилось. Посмотрим, когда буду я делать пирог. Не знаю, может быть завтра, потому что сейчас я поставила только дрожжи для хлеба. У нас же одна хлебопечка, надо вторую покупать уже. Вот. И пока там все это сделается, конечно, уже наступит вечер. Светло. Видите, как светло? Смотрите, кто ко мне приехал. Кольцевая лампа. На самом деле она называется селфи. Где она? Вот она. Селфи кольцо. Вот. Чек дали на нее. Еще будет, наверное, отдельная история, как я покупала. Так, коробка. Коробка. Нужно будет ее, кстати, сфоткать. Какая красивая. Слушайте, такая прям яркая. Целый этот освещает. На штативе. Ну, это, короче, будет отдельный обзор на нее. Выйдет где-то там скоро. Так, у нее, кстати, есть коробочка. Я даже прям, знаете, такая счастливая. У меня прям аж... Ах, слова пропали. Запас слов, мне кажется, у меня 2 слова, наверное, или 1 всего. Прям вообще тут смотрится. Она такая четкая, как будто одно кольцо. Молодой человек прям пришел, все рассказал, все показал. Прям такой умничка. Вот. Написал он мне, дал... Так, сейчас я куда-нибудь перейду. У меня там, кстати, еще хлеб печется. Написал он мне свой инстаграм. Я туда пришлю свой обзор на эту лампу. У них там уже есть, но я думаю, это будет еще интереснее. Тоже где-нибудь они ссылочку эту оставят. Буду делать обзор, нужно, короче, в ближайшее время. Да, селфи-кольцо, инструкция. Вот оно. А, ну хотя бы вот у меня есть шапка, название. И все, теперь я надеюсь, то, что у меня будут для обзоров фотографии гораздо качественнее, потому что был просто ужас. И наконец-то она приехала. Наконец-то она пришла, я написала, буквально через 2 часа он мне ее принес. Смотрите, а, вот тут... Класс, тут все расписано прям, классно, молодец. Какие-то вот тут всякие заглушечки, козявочки для телефона, но мне для камеры нужно будет.
Ну, что-то придумаю. Можно будет что-то, наверное, сюда воткнуть. Кстати, он прорезиненный и мягенький. Ее я потом, наверное, откручу и сюда положу. Ну, короче, что-нибудь придумаю. Мне кажется, будет этот обзор супер шикарный. Вот. А здесь у меня, кстати, хлебушек делается. Пришлось одеться. Жарища. Ой, косточки везде лежат. Все лежит кругом чего-то у меня.